Позволь спросить, откуда ты? Я родом из Канады. Ты в курсе, где это? Да, я знаю, где Канада. Я там бывал. Для работы много ездил. Соломон Нортоп – мастер игры на скрипке. Я был рожден свободным человеком. Жил с семьей в Нью-Йорке. Позаботься о маме. Но однажды меня предали. За Соломона. Похитили и продали в рабство. Ну, парень, как ты поживаешь? Меня зовут Соломон Нортоп. И я свободный человек. У вас нет права меня задерживать. Ты не свободный человек. Ты сбежавший отребья из Джорджии. Went down to the river Jordan. Слуга, ослушавшийся господина, будет побит палками. Это Библия. Состояние ваших слуг ужасает. Они моя собственность. Похоже, ты этим гордишься. Я констатирую факт. Говори! Хозяин волен распоряжаться собственностью. Иди сюда. Я сказал, иди сюда! Пару дней назад я был дома с семьей. А сейчас вы говорите, что дома больше нет. Если хочешь выжить, ничего не говори и не делай. Но я не хочу выживать. Я хочу жить. Я так и знал, что ты что-то замышляешь! Я делал, как велели. Если что-то пошло не так, это не моя, а ваша вина! Хозяин взял тебя на работу. Такими темпами ты заработаешь еще 100 ударов. Я знаю, каково это — попасть под плеть хозяина. В свое время он научился с ней управляться. Я выживу! Я не отчаюсь! Я выжду, пока не наступит свобода! Свободным человеком. Я не раб.